Добро пожаловать, ребят, с вами Рима. Сегодня у нас очередное видео игры под названием American Truck Simulator. Правда, я играю в одиночную игру, так как у нас недавно появилась новая DLC Негабариты, где мы будем тащить, просто таскать огромные грузы. И в этой серии мы с вами на это посмотрим. Я только что купил новый грузовик, попытаемся в этот грузовик поставить ему движок Caterpillar. И у нас, кстати, еще один есть грузовик. Сейчас мы еще наймем себе рабочего, первого водителя, так как я уже себе приобрел, собственно говоря, гараж. Его немного улучшил. Ну что ж, вот такая вот у нас тачка. Да, мы ее сейчас будем потихонечку тюнинговать. Я надеюсь, мне денег хватит. 63 тысячи, я не уверен, что 63 тысячи хватит. Я не знаю, хватит, не хватит. Ладно, сейчас давайте сначала посмотрим. Так, новые апгрейды. Кадровое агентство. Нам надо сначала нанять. Ну, давайте в штате Аризоне, да? В Фениксе наймем водителя. Посмотрим, какие у нас есть водители. 1.7, 1.08. Стоимость наема $361. Здесь у нас $357. Что-то прям жестко, прям. Давайте вот этого первого водителя. Мне кажется, вот видите, за дальность рейса у него, в принципе, он немного прокачался у нас. Выберем ему гараж. Выбираем ему гараж. И выберем ему машину. Вот, вот он, машина. Все, иди работай. Это, кстати, та тачка, которую я, в принципе, на ней колесил. Все, ваш водитель прибудет в ближайшее время и самостоятельно приступит к работе. При условии, что для него найдется грузовик, разумеется. Да, для него мы уже нашли грузовик. Прекрасно, у нас первый водитель пошел работать. Он, кстати, будет теперь нон-стопом зарабатываться, тем самым прокачивать себя. Они, кстати, могут и немного косячить, там, нарушать правила дорожного движения. Ну, так или иначе, это лучше, чем ничего, правильно? Так, нам надо музыку чуть потише сделать и эффекты чуть-чуть потише. Все, а у нас теперь есть 61 тысяча. Я не знаю, мы сможем проапгрейдить нашу тачку или нет. Давайте сначала посмотрим. И потом попытаемся взять крупный габарит. Блин, обалденный звук такой. Вот это душу мотал называется. Вот это, я понимаю, грузовик, блин, обалденный. Так, ладненько, куда пойдем-то, ребята? Да, это у нас пока что газель, но ничего страшного. Из этого газели мы будем делать с вами нормальную тачку. Нам бы, да, нам бы на, в тюнинге, не знаю, за 61 тысячу мы вообще сможем хотя бы движок поставить, Caterpillar. И, конечно, стоечку. Хотя, я не думаю, что мы сможем, навряд ли мы сможем что-либо сделать. Сейчас посмотрим. Если нет, то у меня придется остановить запись временно, сделать пару рейсов за 2 часа и ради вас уже этот заработать немного бабла. Я надеюсь на это. Так, ладно, езжай сюда пока что. Блин, обалденная графика в American Truck Simulator, друзья. Я даже не могу, ну, конечно, и в Евротраке тоже довольно интересно выглядит. Смотрите, мы вот такую кабину можем поставить, смотрите, ребята. Опа, сзади будет спальник, там целая квартира. Мы ее пока ставить не будем, она нам пока еще не нужна. Нам надо сначала 6 на 2 воткнуть. Она у нас уже идет с кабиной, да? 6 на 2, 23, остаток у нас 41 тысяча. Здесь у нас есть несколько двигателей, Cummins и Caterpillar. Caterpillar и Cummins за 46 тысяч, либо Cummins. Слушайте, нет, это у нас не пойдет. Господа. Так, за 232 это 550. Caterpillar и Cummins. Не, ребят, походу нам придется пару рейсов сделать сначала. Мне же надо коробку поставить нормально. Движок нормально поставить. Давай сначала движок, наверное, все-таки поставим. Вот так вот. И. Ну, дальше у нас, по всей видимости, 65 требуется. Да, мы просто тупо не сможем. Ну ладно, давайте хотя бы я вам покажу, как тюнинг тут происходит. Тут, смотрите, тут всякие рисуночки можно поставить, там свои какие-то там красочки сделать. То есть там есть, где у нас тройная краска моя любимая. Где-то она здесь у нас была, минуточку. Так, это не та тройная краска. Это у нас, вот это вот нормально, да? Так, нет, не та. Вот она, смотрите. Вот так вот можно, там с красным оттенком.
либо там фиолетовым оттенком. Здесь у нас синий. Вот так вот можно. И основной цвет поставят, наверное, красный, да? То есть он получается вот такой необычный цвет у нас, переливающийся. Интересно получается. Ну, так или иначе, мы сейчас красить не будем. У нас и так денег нет на это дело. Хотя не знаю, как мне теперь краску убрать, удалить. Где у нас за 0 баксов? У нас денег нет, господа. Просто тупо денег нет. Ну ладно, хорошо, хрен с ним. Поставим пока что белый цвет. Пока что самый стандартный. И самое главное, это у нас, собственно говоря, вот такие вот бампера. Смотрите. Опа. Обалденно, да? Это просто какой-то тепловоз. Они это так. Флаг мы можем поставить. Красные флаги. Я не знаю, зачем они нужны. Я, пожалуй, на них ставить не буду. Они нам просто тупо не нужны. Ну и это диски колес. То есть тюнинг здесь нереально просто обалденный. Эти колеса можем красить, например, в красный цвет. Цвета там белые, синие, там, ну, любые цвета, которые вы хотели бы покрасить. Там ручки даже дверей можно делать. Я не знаю, вам видно, не видно? Вот такие вот шняги. Даже вот этот бочонок мы можем переделать. Здесь мы можем поставить табличку Римаса. Да, например, там написать Римас. Вот, типа водитель Римас. Правда, эта табличка будет занимать пол экрана. Сейчас мы посмотрим, может быть, мы ее потом уберем. Она нам просто тупо не нужна. Вот такие вот зеркала интересные. То есть здесь такие зеркала есть и такие. Мне кажется, вот такие вот более-менее лучше будет выглядеть. Также, собственно говоря, бак. То есть нижние вот эти вот, да. Смотрите, как просто это просто море тюнинга. Сила тюнинга, господа. Даже трубы мы можем поменять. Вот на такие более серьезные, да? Сверху ставим, ага. Так, мигалки можем, мы уже поставили их, правда. Вот такие вот мигалочки тоже. Разных цветов, вернее, разных вариантов. И пневмо. А где пневмо эти? Походу, здесь пока еще нет такого, да? Вот здесь вот еще несколько мигалок. Все. Мигалки, моргалки, в общем, все готово. Так, задние колеса. Естественно, мы будем ставить хромированные. Они мне больше нравятся. Ну, вот эти вот тоже шняги, там, да, красного цвета. И вот так вот. Правда, все это дело в копейку у меня влетает. Я не смогу это дело оплатить. Я просто для того, чтобы вам показать, как вообще здесь все происходит и какой здесь тюнинг. Это, ребята, еще не самый последний уровень у меня. То есть я еще... Мой уровень не позволяет, например, там, видите, там на 28-х уровнях, на 20-х уровнях можно такие тюнинги брать, что просто челюсть будет отваливаться. Карл. Да-да-да-да-да. Задние брызговики. Меняем тоже. То есть все. Здесь у нас тоже автоматически поменялось. Прекрасно. Давайте все-таки для красоты... Мы с вами сделаем вот так вот. Все, мы это сделали, господа. Переходим к салону. Вот наш салон. Табличка занимает пол этого. Мне кажется, все-таки эту табличку надо убрать. Нафиг она нам не нужна. В принципе, да. Руль. Пожалуйста. Просто невероятно, как красиво. Смотри, вот этот необычный руль, да, смотрите, какой красавец просто. Дракон, это прям как The Elder Scrolls Skyrim, да? Фанат Skyrim, вот этот большой, огромный, большущий руль. Минуточку, сейчас я поставлю. Вот такие вот шняги тоже можем поставить. Они, наверное, мне мешают, я их ставить не люблю. Так, вот этот руль мне тоже нравится, такой, знаете, классический. Peterbilt. Интересный. Вот такой вот руль тоже прикольный. Вот такой вот тоже. Давайте все-таки вот такой вот возьмем. А что, необычный руль, красивый. Мы даже здесь можем что-то сделать. А, здесь у нас зеркала. Так, ну и сзади, вы посмотрите, там можно даже первую брачную ночь устроить. Реально, смотрите, ребят, какая красота. Это просто обалдеть. Это просто дом, это квартира просто. Я бы, конечно, хотел бы себе такую машину. Принимать заказы в реальной жизни. Ну, конечно, работать на дальнобойщике это... нелегкая работа, хочу сказать. Нелегкая, опасная тоже. Ну, если у вас опыт, а опыт ты никогда не пропьешь, конечно же. Смотрите, здесь тоже разные зеркала есть, да? Даже хромированный мы можем поставить. Подождите, а что, здесь не могу поставить? Могу. Во.
Просто везде весь в зеркалах, господа. Итого, мы получаем вот такую точилу. Дорогие друзья, классического варианта, это более старая модель, но она проверенная, мне кажется, она просто обалденная. После Евротрака, Евротраки тоже довольно интересный тюнинг, хочу отметить здесь. Такое ощущение, как ты вообще на другой планете, с другими правилами. Я, кстати, недавно пытался оставить в милях, ну вот, скорость там, тут, вместо тоннов, что у нас там, фунтов, да, вместо литров галлонов поставил. Блин, не могу привыкнуть. Ну, в принципе, я обратно просто переключил в километраж, и все-таки, наверное, обратно надо перейти в мили, чтобы потихонечку начинать понимать, что такое мили и как с ними вообще. Ну что, я, в принципе, понятное дело, потому что я не смогу оплатить этот груз, потому что мне недостаточно денег. Поэтому, друзья мои, я сейчас ставлю запись на паузу. Я постараюсь заработать хотя бы 200 тысяч, сделав пару рейсов за 3 часа. И не говорит мне, что игру можно взломать, там сейф скачать. Это неинтересно, друзья. Сразу интерес к игре пропадает. Когда ты сам что-то добиваешься, это намного интереснее. Поэтому я этим делом заниматься не буду. Я просто попутно, может быть, эту запись я продолжу завтра. Да, и вы эту запись увидите послезавтра. Как-то так. Я просто иногда сам катаюсь и зарабатываю деньги. Так что не переключаемся. Сейчас скоро будем продолжать. Спустя 2 года. Ну что ж, ребят, в общем, я немного сделал пару рейсов. Это, кажется, 2 рейса. Получил невероятное просто удовольствие. И мы сейчас пойдем тюнинговать машину, чтобы ее вкачать, прокачать до негабаритов. Да, а вот такие грузы есть, негабариты. Правда, у меня что-то здесь FPS падает. Это за то, что огромный трафик в этом городе. Ну ладно, погнали. Надеваем шлем, всем приятного просмотра. Еще раз, мы сейчас держим путь. Куда? Правильно, мы держим путь, дорогие друзья, в тюнинг-салон, да. Вы, если можете заметить, смотрите, вот здесь вот в правом окне показывает, что у меня грузовик немного поврежден. Это не означает, что я его где-то там повредил, а это говорит о том, что, ну, изнашиваются колеса, изнашивается двигатель, там еще что-то, то есть... Сейчас, минуточку, туда, да. Смотрите, кстати, я руль себе подобрал почти под цвет своего грузовика. Кстати, надо будет потом свой грузовик немного перекрасить. Именно вот такой, более темно-синий фиолетовый цвет. Вот как-то так. Погнали. Здорово, мужики. Здорово. Короче, сейчас мы быстренько протюнингуем. У нас уже сколько? 57 тысяч. Засмотрелся на свой кошелек. За 57 тысяч, я не знаю, сможем ли мы вообще затюнинговать или нет. Пока я ехал, я там получил очень много штрафов за превышение. За проезд красного цвета, ну, в общем, я там не заметил, просто чуть-чуть носом чуть-чуть проехался вперед, и все, меня засчитали, что я проехал на красный свет. Поэтому, блин, нужно здесь аккуратно, то есть штрафы просто нереальные. Я понимаю, что можешь штраф отключить, ну, как-то неинтересно. И да, и онлайн игру пока еще не включили, по всей видимости, сейчас сервера отключены из-за того, что там добавляют, собственно говоря, этот DLC, чтобы он полностью работал. Ну давай, двигай поршнями, душ твой мотал. Фух, прекрасно. США, обалденная игра, если честно. Вот эта карта, мне кажется, как-то больше понравилась, ребят, чем Евротрак. Евротрак тоже обалденная игра, ну, а Евротраки большой плюс, то, что там большой онлайн. Здесь маленький онлайн, по идее, когда мы играем, когда я играю в онлайновую игру, там, если кого-то встретишь, и все адекватные, а там... Там в основном все неадекваты в Евротраке. Ну там, что там, взять все там, и турки, и русские, и поляки, и это есть нормальные, есть неадекваты. То есть, как бы от этого никуда не уйдешь. По-любому, то есть, в тебя кто-то и врежется. Так, назад. Задникова нет? Нет, задникова нет. Переключаем. Погнали. Сейчас мы с вами тюнингом займемся. Я обожаю тюнинговать, здесь тачки всякие. Поехали. Так, сервис, ну давайте тогда отремонтируем. Смотрите, колеса 5%, $315. Поменяем колеса, кузов у нас почему-то повредился, я не знаю почему. Шасси, трансмиссия и, конечно же, двигатель. Все это дело можно, в принципе, отремонтировать. Все, ремонтируем, хорошо. Ну и самое главное, это вот эту шнягу хочу включить. Вот так вот у нас теперь грузовик будет выглядеть. Стоимость 43 тысячи. А у нас 56 тысяч. Я не знаю, сможем ли мы вообще что-либо сделать с этим делом. Так, здесь у нас 44 тысячи. О, вот так вот, да.
вот это вот сделаем, шасси поставим. Это у нас long, длинное шасси, 6 на 2, подъемная ось. 220 галлонов, что ли, имеет в виду, да? Так, и у нас появился новый двигатель. Я вот недавно прокачался, у нас есть, стоит катерпиллерский двигатель. Мы можем поставить, в принципе, двигатель Passer. Я не знаю, что это за двигатель, я знаю Cummins, я знаю Caterpillar, но Passer, я не знаю, что такое. Не, давайте катерпиллерский пока менять не будем, мы лучше до 14 уровня вкачаемся, а там уже появятся другие катерпиллерские, более мощные, да? Ну, я не хочу, в принципе, тратить большие деньги на это дело. Ставим трансмиссию, 50 тысяч, вот здесь у нас 56 тысяч, трансмиссия, 18 передач. Это очень хорошо, смотрите, вот здесь у нас показатели показываются, да? То есть, была такая, стала такая. Преодоление подъемов, вот это самый важный показатель, если вы хотите брать не габариты. Вот на это надо внимание обращать. Ну и, конечно же, другие второстепенные, это у нас маневренность, внедорожные качества, тяжелые перевозки и, конечно же, обычные перевозки. Собственно говоря, с такой передачей будет намного лучше, чем... Кстати, а почему бы я... Блин, 22 тысячи стоит, да? Стоимость... Стоимость 100 тысяч, итого 58 тысяч, здесь у нас 56 тысяч. Эх, не возьмем, не сможем мы это взять. Ладно, давайте тогда перекрасим машину. Сейчас мы посмотрим, что из этого получится. 48 тысяч получилось. И мы ее сейчас потихонечку перекрасим в более темный цвет. Музыка, музыка, обалденная музыка. Вот такой оттенок. Оттенок можем сделать даже желтый, смотрите, как классно, да? Можно даже красный сделать. Во, давайте красный сделаем, только смотрите. Первый цвет, второй, третий, вернее, цвет такой. И еще один цвет получается. Вот такой, фиолетовый, с красным оттенком. И темно-темно-фиолетовый. Может даже вот, не-не, вот так вот некрасиво. Вот мне кажется, темно-синий. С фиолетовым оттенком под руль, я думаю, вполне адекватно будет все это дело показываться. Зеркала. Что, теперь с нуля, да, надо ставить все? Да ладно, что ты издеваешься, что ли? Мигалки обязательно поставим. Так, что тут у нас? За 5000 51 тысяч стоит. Итого. Колеса у нас новые появились каким-то? Нет, пока ничего, шины тоже не появились. 13, на 13 уровне у нас появится все. Так, здесь у нас зеркала, все это, флаги. Флаг не будем ставить, он нам не нужен, по идее. Решетки можем такие поставить, либо такие поставить. Смотрите, ребята. Вот это, мне кажется, более, да, красиво, чем темные решетки. Ну, не решетка, а вот эта рама, да, передний бампер. Хорошо, а что тут у нас? Так, и так, да, давайте так лучше поставим. Блин, классика обалденная, ребята. О, это что такое? Ну-ка. Нифига себе. Oversight Land. Oversight Land. Слушайте, прикольно сделали, да? Или что? Или лучше, чем этот плакат, поставим решетку. Мы можем такой бампер поставить, кстати. Такой, такой. Давайте лучше решетку поставим. А как я верну-то обратно? Здесь, что ли? Нет. Здесь нет. Что-то я, походу, похерил ту решетку. Куда-то надо нажать, короче. Ну, я не могу понять, куда ее нажимать. Здесь, наверное? Нет, здесь. Здесь. Да ладно, что-то... Ремасенок, как ты мог? Как я мог, ребята? Так, так. Ладно, давайте тогда такой поставим. Что, прикольно тоже выглядит. Такой, знаете, желтый цвет. Так, это делаем здесь, здесь, здесь. Во! Пневма. Так, 56 тысяч. Прям вот, прям впритык, ребята. Супер роар. Биг роар. Давайте супер роар здесь. Здесь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не то нажал, ё-моё. Да, вот здесь вот поставим. Здесь. Так. И вот здесь ставим тоже. Вот сейчас будем сигналить. Ой-ой-ой. Засигналимся, господа. Трубы такие крутые тоже оставим, как были раньше. Все. Итого у нас 59 тысяч. Ой, господа, это походу не хватит.
Нам надо удалить несколько штук. 58 тысяч. Ладно, давайте пока что вот это не будем ставить. Все. В общем, господа, мы почти готовы. Да, мы почти готовы. Сейчас посмотрим еще интерьер. Экстерьер, интерьер, в общем. Если надо поспать, можно прям назад откинуться, и все отлично. Обалденно просто. Потом я сделаю еще и кузов поменять. Смотрите, у нас цвет почти под... Подождите, стоп, руль-то автоматически, походу, ставится под цвет кузова, да? Скорее всего, это так. О, у нас еще новый руль появился, такой руль, такой, смотрите, телочки такие прикольные, да, обалденно просто сделали. Во, руль с пистолетами, просто обалденно, 55 тысяч, а че, давайте оставим такой, два револьвера такие, да, интересные получается. Что ж, оплатить, итого у нас получается машина мощностью 500 лошадиных сил, это у нас 373 киловатт, 1850 фунтов, крутящий момент, отлично, оплатить, все, и мы по всей видимости сейчас почти на нуле. Ух, вот это Джейса, подождите, опять походу музыку, эффекты сделал потише, чтобы вам были слышен, сейчас. Заглушить. Смотри, какая, ребята, тачка у меня пошла. Ух ты, блин, обалденная тачка. Это просто обалденная тачка. Сейчас я это все включу. Ближе свет, туда-сюда, обратно. Всем приятно. Пневмосигнал, и как называется он? Мне кажется, он потом чуть позже включится. Да, и нам надо еще сидушку подрегулировать. Ну-ка, давайте сначала по умолчанию поставим. По умолчанию чуть-чуть отдалим ее вот так вот, чтобы зеркало мы могли видеть, не поворачивая камеру. А, руль чуть-чуть выше, хотя нормально так будет. Все. Так, заводим. Блин, вот эта тачка, твою мать, а! Это просто невероятно. Обалденно. Ну, она еще не до конца затюнигована у нас. Ну что, давайте посмотрим, какие у нас есть грузы. Именно от нашего города. Прямые перевозки, внешние перевозки. Давайте внешние перевозки сначала посмотрим, какие у нас есть самые тяжелые грузы, господа. Ставим фильтр на тяжеловес. Так, это у нас сколько фунтов? Вернее, килограмм. 43 тысячи килограмм. Почти 44 тонны, ребята. Да, да, нормально. Сколько у нас? Нам платит 9 тысяч всего лишь бакаринских. Ну, потому что у нас маленькое расстояние. Хорошо, посмотрим. Сейчас что из этого получится. Поехали. Поехали за грузом. Блин, American Truck, конечно, это... Это, конечно, вам не Евротрак, ребята. Здесь чуть-чуть... Здесь у нас даже грузовик такой... Длинный стал, обалдеть. Кстати, вам показать фокус? Не фокус, ну, в принципе, очевидный фокус. Минуточку. Где эта кнопочка-то? Не та кнопочка. Не та кнопочка. О! Опа! Давайте лучше опустим. Обалдеть. А мы на ходу можем, да? Нет, не можем на ходу. Так, ну что ж, погнали за грузом. Посмотрим сейчас. Ну, конечно, мы всю серию груз не будем перевозить. Я просто хотел вам показать, собственно говоря, возможности этого, этой игры, вернее. Насколько мы можем затюнинговать свои тачки. Это просто, мне кажется, Need for Speed отдыхает курица вторую. Хотя тематика, конечно, разная, я все понимаю. Но, блин, прикольно сделали. Обалденно просто. Эти американцы, они помешаны на этих тюнингах. Респект, молодцы. Не, реально молодцы. Молодцы, хорошую игру сделали. Так, хорошо. Погнали. Нам бы, конечно, какую музыку включить, но я надеюсь, ютубич на меня орать не будет, если вы в каком-то радио будете играть с популярной песней. Надеюсь на это дело. Во, музыка пошла. Радио заработало. Давай, вперед. Я знаю, что красный.
Бля, какая-то свадебная тачка получилась. Цвет, да, обалденный. Мне нравится такой цвет, необычный цвет. Цвет просто обалденный. Что там, менты? Нет, не менты. Так, у нас новое сообщение. Минус 475 бакаринских. Нам надо срочно за работу браться, господа. У нас большие финансовые проблемы. Мы только что заплатили кредит. Я не знаю, откуда мы получили, взяли деньги. Давай, давай, езжай, 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 езжай. Но у нас теперь минус 470. Ну, я подушку кредите, я там почку оставил туда-сюда. В общем, ради этого тюнинга. Да, да, да. Нужно делать как можно больше перевозок. Самое главное, что менты, чтобы не видели, потому что я сейчас здесь превышаю скорость. Здесь у нас 48 километров в час. Максимум могу это разгоняться. Я убрал мили, не стал их ставить обратно. Ну, может быть, потом поставлю обратно, чтобы начать привыкать к этим единицам измерения, да? Вот он, наш груз. Вы сейчас, ребята, охереете просто. Я не знаю, мой грузовик вообще затащит этот груз или нет. На горке-то я смогу подняться, потому что я пытался на простой машине, я не мог подняться на горке. Так, у нас продвинутая сцепка, походу. Симуляция стоит. Чё такое? Прицеп он тоже поворачивает параллельно. Ну, правда, в другую сторону с колес поворачивает, и тем самым он как бы проезжает там, где проезжали твои передние колеса. То есть это вот такая система работает. Я не знаю, как ее научно называют, но это просто обалденно. Так, на горку я вполне отлично поднимаюсь. Мы можем даже... Я даже на 14 скорости поднимаюсь на горку. Это у нас 18 скоростей вроде бы, да, здесь? Да, вполне отлично поднимаюсь на горке. Катерпиллер тоже тащит каточку. Делаем небольшой вот такой вот. Выходим на... Ничего страшного, за это не штрафуют. Нам же надо как-то разворот взять, правильно? Вот. Вообще эту игру надо стримить. Первый стрим вообще удачно такой получился. Вам понравились такие стримы. Поэтому скоро будем, ребята, продолжать стримить эту замечательнейшую игру. Помимо, конечно, еще Евротрак. Евротрак тоже будем стремить. О, поехали. Самое главное отсюда свалить, потому что это... Такие лаги жесткие происходят, когда у тебя такой большой трафик в этом городе. А я нахожусь... Я нахожусь вот здесь вот. Вот в этом штате, да? В городе Френсово.
Нам, по идее, немного проехать надо, но мы будем очень медленно колесить. Из-за того, что груз, ну, слишком тяжелый, ребята. Слишком тяжелый. Это у нас что, асфальтоукладчик или что это такое? Я что-то не пойму. Как это называть-то? Обалденно. Ну что ж, друзья. В общем, я поехал дальше в рейс. Я вам желаю удачи. Ждите новых стримов. Если хотите стримы по данной игре, где мы будем в онлайне, конечно, играть, вместе кататься, то пишите, конечно же, в комментариях, записывайтесь прям. Если у вас есть эта игра, пишите: Римас, давай туда-сюда, я потом вам в личку напишу, в каком мы дискорде находимся. Может быть, даже не в личку, может быть, потом скажу в видео, когда придет время, и мы будем колесить вместе большими конвоями, угорать, прикалываться, наслаждаться игрой и прочее, прочее. Я вам желаю удачи, всем пока. До скорых встреч. Играйте в правильные игры. Всем удачи.